мечты должны исполняться, особенно у детей, которые вынуждены бороться с тяжелым недугом. Помочь Ксюше Бобровой взялись сотрудники благотворительного фонда. Ксюша Боброва всегда хотела иметь дома пони. Как-то, увидев его по телевизору, поняла, вот она ее мечта. Но подарить ей лошадку родители не в состоянии. У Ксюши тяжелый диагноз. Она находится под наблюдением паллиативного отделения. И вот благотворительный фонд имени Ани Чижовой решил исполнить ее мечту – свозить в гости к лошадкам. Девочка великолепная. Мечтала покататься на пони, на лошадях, узнать о лошадях. И вот сегодня исполняем ее мечту. У нас в фонде, если ребенок чего-то хочет – то мы обязательно это исполняем. Ксюша и ее семья познакомились со всеми обитателями конюшни. А это 12 лошадей, пони и ослик. Они кормили их морковкой, гладили, а конь по имени Викинг даже покатал гостей. Вот ощути это вот чувство такое плавное. Вместе с лошадкой, да? Как будто ты сливаешься с ней вместе. Моя мечта сбылась. Я по телевизору видела и... Мне так захотелось, и вот теперь я покаталась. Сегодня первый раз каталась, она держится хорошо. Я думала, не выдержит, там сидит-то. Молодчина, держалась она. Иногда даже удивительно, насколько это просто – помогать другим. Порой то, что для одного человека не составляет труда, для другого может быть недоступно. На этот раз осуществилась мечта Ксюши. Хочется верить, что положительные эмоции дадут ей дополнительные силы для борьбы с болезнью. Кстати, она и сама хочет помогать другим людям – стать врачом. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.